Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и очередное видео от Академии Счастья. Вот, сегодня у нас снова солнечно, как можете видеть, и чудесный день. Вот, видео будет о том, нужна ли нам система. Потому что многие на самом деле замечают, что мы движемся не туда, куда было бы хорошо для человечества. И в этом винят систему, то есть ту систему, которую еще называют матрицей. Ищут выход из матрицы. После того, как был фильм «Матрица», предложил Морфеус красную таблетку Нео, и многие начали искать, а есть ли выход из матрицы. Вот. То есть даже если представить эту систему действительно как матрицу, что мы живем в компьютерной симуляции, что, в принципе, очень хорошо было даже подтверждено сейчас исследованиями квантовых физиков, то можно посмотреть, хорошая ли эта система. Ведь любую систему можно подправить, да, то есть даже если есть, например, такая система операционная, там, как Windows, Linux и много других еще есть систем, на телефоне есть Android, есть система для Apple фонов, вот, на самом деле, что я говорю здесь, то есть система это то, что управляет, но систему кто-то написал, то есть есть, скажем, программисты, есть администратор системы. Вот, и можно в этой системе подправить код, и как мы это делаем, да, то есть если есть, например, какой-то баг, ошибка, то это исправляется. Вот, ну, а если на самом деле туда, в эту систему добавлять всякие неполезные вещи, которые будут вредить ее пользователям, ставить всякие такие штуки, которые будут наоборот заставлять людей действовать неправильно, следить за ними, там, делать им всякие пакости, болезни, то получается, это будет система неработоспособная. И еще хуже того, она будет вредить пользователям. Поэтому, что я предлагаю, да, систему не сносить полностью, а переделать ее. То есть важно получить права администратора, как мы говорим, права админа. И когда ты получил права админа, то ты можешь управлять системой. То есть многие хакеры меня легко поймут. Поэтому хакинг – это не что-то, что вредит. Это хакер, это человек, который разбирается в системе и может получить права администратора с целью коррекции системы. Поэтому я предлагаю людям, которые знающие, сделать так, чтобы получить права администратора. То есть не быть просто пользователем, юзером, которого, можно сказать, все используют, да, то есть, и, ну, просто, как это сказать, даже не дают ему возможности нормально попользоваться продуктом, вот, а сделать так, чтобы каждый человек мог использовать систему для пользы. А польза в данном случае, это не значит, что нужно властвовать над всеми, это значит, чтобы было интересно играть каждому, и чтобы эта игра приносила радость, счастье и увеличение способностей. Поэтому это дело каждого, это не дело кого-то одного. И давайте вместе возьмемся за это дело, чтобы сделать так, чтобы система работала на благо для каждого. И для этого я, например, использую процессинг счастья. Он прочищает разум и дает возможность каждому взглянуть на то, что происходит вокруг, совсем иначе, с чистотой, с радостью и осознанно. И я, друзья, за осознанность и за свободу. Поэтому те, кто является моими единомышленниками, подписывайтесь на канал, там ставьте нравится, колокольчик, и будем общаться в соцсетях и любыми удобными способами. Во благо, друзья, и до встречи в следующем видео.